Фить-фить. Всем добрый день. Всем здрасте, скажи фить-фить мой. Мой фить-фить. Говорит, что ты мама там нам несёс? Что ты там несла, говорит? Так, это можно сразу ставить вот сюда. А фить-фить надо ставить отдельно. По мостику раз. Говорит, быстро-быстро, надо спускаться. Бегом, 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 бегом. Бегом. Так, что тут, говорит? Ага, яйца, ага. Ага, орешки, ага. Вот оно где, сокровище спрятано. В общем, ребят, я хочу поблагодарить всех, кто участвует в Дне Стольника, кто нам помогает содержать всех этих собачек, кошачьих, енотних, лошадиных зверей. Вот, потому что каждые посылочки с Валбериса я все снимаю, все публикую. Вот, но я хочу отдельное спасибо сказать всем, кто отписывается, не отписывается в комментариях. Всем, 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 всем и каждому, кто нам помогает. Это, ну не знаю, колоссальнейшая для нас помощь просто-напросто. Благодаря всем вам безбедно живут вот эти вот несчастные, ранее несчастные хвосты. Да, Лакост? Маньяк. 10 лет, как яиц нету, кошку сейчас шпилил. Бессовестный вообще. Ой, Зорик унес какую-то сушеность. Ай, башмачки понравились. Я просто не переодевалась еще. Пола с когти. Точит лаки. Подожди, я просто не переоделась. Вот. И не очень-то хочется. Не очень хочется. Потом без обуви я отсюда ушла. Так что вот. Такие дела, скажи. Съездила в клинику. Вместе с этим видео опубликую видео Смоки, но снимал доктор, котик, который у нас с аллергическим. В общем, он сейчас у нас на Апоквеле и на гипоаллергенном корме. Вот на этом корме и на лекарстве у него проходит все, начинает заживать. Сняли даже воротник ему, но если другим начинать корму кормить, короче, вновь начинается у него чесотка такая. И что это за злая Зинсина писала? Злая Зинсина. Котика ей подавай. Злой Зинсине нужен котик. Хвостик у моей косотки вот так обрастает. Да. Так, Лаки. Где моя косотка? Где моя злая Зинсина? Вот она, моя злая Зинсина. Злая Зинсина, моя Бонечка, Бонитушка. Бонитушечка моя. Где моя девчонка? И куда ты там? Вокруг маме ходишь? Ходишь вокруг маме. Ты добрая сегодня, да, солнышко мое? Ты добрая сегодня? Потому что котик, говорит, мой пришел, вот я и добрая. Так, меня еще стукните давайте. Бонь, что он? Охамел, да? Тетя моя, я поцелую. Поцелую. Ой, смотрите, она добрая сегодня, девочка моя. Вот. Степан, приветик, приветик. Ну, Лаки, ну, пожалуйста. Вот, в общем, такие дела. Я тебя поглажу, вот так, поглажу тебя. Стечунечка. Илюха вон свисает, гляньте. А, злая Зинсина, что такое? Ай, Лаки, больно, блин. Да больно же. Подлюка лысая, потеряла уже последнюю одежку где-то. Не бей Боню. Сам ластится к ней, а сам бьет. Где моя пузика? Пузика моя толстенькая. Давай, мама, потесай толстенькая пузика. Ой, сказали, это у тебя не складочки, это кубики у тебя. Кубики у Бонечки тут. Бонечки, кубички. Кубики, кубики у Бонечки. Ты на барсука больше похожа. Зырненький барсучок. Ай, отпусти, её укусила. Отпусти. Боня, отпусти. Все, пускай. Тогда не кусайся. Так тоже нельзя. Короче, знаете, откуда у меня вот столько яиц сейчас? Это только этим яйца. И еще будет всем остальным по столько же. Злая Зинсина, ну перестань. Будет по столько же яиц в те вольеры. Короче, вот это вот чупакабра. Не буду показывать пальцем вот это. Вообще пальцем не буду показывать. Ночью сегодня
открыла двери в профилакторий. И что я вам еще скажу? Выдернул инкубатор из розетки. Короче, вот эти все яички, какого числа, я не помню, видео тогда скидывала в чат, закладывала я. Ну, короче, дня 3-4 им только. 4, наверное, уже. В общем, уже там зародыши моих перепелочек несостоявшихся. И благодаря вот этой вот чуме, которая уже 10 лет мне вредит, за что мне это счастье, я не знаю, конечно. Вот. Перепелочек у меня маленьких не будет. Сегодняшние яйца собрала, завтрашние еще соберу. И так еще дня 4. Заложу еще раз. Но заложу их на доме 2, короче. Положу там. Там нету ни кошек, никого нету. Зато этим счастье. Так жалко, блин, уже там малыши появились. Вот. Ну, короче. Совмещать, короче, домашнее хозяйство и животных такое количество, конечно, очень тяжело. Хочется и птенцов вывести, чтобы яйки не покупать. Да, Лаки? Он говорит, а мне что, я яйца не ем. Ну, хотя яйца он тоже ест. Носик, ты налопался. Задумался что-то. Так что, такие дела. Сегодня пока проходит день стольника. Ой, ой, видали, как потянулся? Видали, как потянулся? Потому что я сердечко наелся, скажи, поэтому мне так хорошо, хочется потянуться. Вот, и пока у меня время есть, я пойду сейчас солянку сварю. Или борщ зеленый хочу сварить. Там и щавель у меня есть, да, борщ зеленый сделаю. Вот, а так у меня вроде заготовки есть. Короче, пока от соцсетей, можно сказать, выходной, надо его потратить с пользой. Вот. Бонечка, вкусненько. А, сегодня мы еще, короче, обработали с Юлей собак. Почти всех, на двух не хватило обработки. Обработали от клещей, это просто тьма тьмущая. Сколько клещей, не передать, просто ужас. Вот, уже они и на собаках, на всех, и все. Хотя вот не так давно обработка была. Но теперь надо еще, короче, обработать территорию нам. Вот. Потому что... Ой, лезут они с леса конкретно к нам, клещи. Вот. Ну и все. Обработки у нас нет. Это спасибо еще Наталье с супругом приезжали. Вот здесь они привезли целую упаковку барса нам. Ну, не знаю, насколько действует. Подействует. Сделали, короче, с запасом даже по пипетке им лишней. Чтоб наверняка. Вот. Так что через 2-3 дня посмотрю, насколько. Если кто-то желает помочь, через Валберис, Озон, очень актуальные там, эти капли против блох и клещей. Либо Силафорт. Вот. Ну, еще инспектор как бы тоже актуален. Но его много тоже нет, потому что надо таблетки в рот заталкивать, а многие собаки, короче, этого не позволят нам сделать. Да? Yeah.